Доброе утро, страна. Мама, ему сколько месяцев? Саше? Скоро годик ему. Месяц. Нет, 21 августа ему годик. Он уже научился ходить, да? Один год. Сейчас позавтракаем картошечку с мясом, а Фоня просто картошку без мяса, да? Тебе что, полотенце дать? Что ты тут посмотришь всадники этого, как это, драконы, всадники Олуха? Помажу, давай. Хорошо, что напомню. Так, у нас сегодня рабочий день, да? Все, отдохнули мы. Сколько мы там дней отдыхали от петрушки и от укропа. Теперь, в общем, опять работаем. Ты закатала работу? Да, я вчера отдыхала. Целый день закатывала. Где там мой мальчик? Спрятался мой мальчик? Что ты там делаешь? Кушаешь? А что ты кушаешь? Скажи, ты ягодки ищешь? Молодец. Вкусные? Кисленькие. Это смородинка черная. А это смородинка красная. Как она? Как она? Это же крыжовник папин любимый, да? Вот это побил. Это выросло. Никто это не купил. Кто-то посадил. И вырос крыжовник. Это самый вкусный крыжовник, который вообще это старинный еще. Да? Вкусно. Тебе вкусно? Да. И мне вкусно. Мне кисленько. Не кисленько? Мне да. Да? Мне да. Тебе тоже кисленько? Угу. Так, что мы будем сейчас делать? Считать петрушку? Угу. Так, что это за мальчик такой? Покажись. У тебя что, волосы? Да. А ты кто? Да. Ты тетя? Тетя Мотя? Галя? Галя. Ты Галя? Ну, Галя хоть звонили на выходные. И Галя хоть отдохнет. Галя хоть отдохнет. Да? Больно? Галя отдыхает. Ой, птичка улетела, да? Нет, ты видел птичку? Ой. Пошли доставать скорее котик. Вон она, и Марсик сразу оживился. Вон, воробушек, вот, да? Воробушек. Залетел под навес. Иди, выпускай. Иди его на улицу неси и выпускай, пусть к где маме девушка, летит, везу? Да? Пусть к маме выпускай. Летит. Вот, все, улетел. Да. До мамы полетел, да? Да. Я и не видела, когда он залетел. Подарки. Да, птичка улетела, да? А тут было. Тут было, да? Птичка. Вот как молодец. Ты подметаешь, сынок? А то некому подметать у нас, да? Мам. В коробочку надо это все сложить. Да. Вон коробочка стоит возле твоей машинки. Возле трактора, да? Вот тут, да. Это голова. Да? Это голова. Нет, ты подмети еще ее. Так, у нас сегодня на обед. Что у нас на обед? Каша, пшено, куриные бедрышки с кетчупом и с майонезом, запеченные в духовке. И что еще? И салатик, и хлеб черный. Ты пока доснимаешь, у тебя уже ничего в тарелке не будет. Да, это точно. Как я вчера не захотел вечером есть, а теперь... Индейку с картошкой, да, сегодня уже тебе не досталось. Это картошка, и то ее копать надо, да? Да. А дети теперь и бабушка едят печенье с предсказаниями. Их же там всего 3 штучки. Бабушке новая квартира, да, попалась? Так, написано. Что там написано? Читай. Иди, Гриша тебя прочитает. О, кто у нас любит читать? Закатала еще 3 банки компота. Уже сколько у нас? 3:15. Должны скоро родители приехать. В общем, стол этот у меня получается весь в закатке. Вот
растут еще вчерашние помидорки. Ой-ой-ой, горячее. Надо обязательно все хорошо укутывать. Оно получается до сих пор даже теплое. Вот вчерашнее. Поэтому это вообще обязательно условие при закатке. Вот. Так что все еще остывает, поэтому еще стоит аж до завтра. Получается, остывает оно, ну вот, сегодня сутки, почти двое суток. Вот даже до сих пор теплое. Вот здесь вообще, конечно, все горячее. Выставляла видео, сейчас, наверное, пойду за компьютер. Нужно выставить видео, поставить выгружаться уже в интернет. Дети под навесом играют, включила им кондиционер, потому что духота неимоверная. Сейчас здесь на кухне еще и парилась эта кастрюля, здесь вообще жарища. Так что сейчас готовить здесь вообще не хочется. А вечером, наверное, не надо ничего готовить, у Тетяни день рождения, поедем на ужин туда. Вот, так что вот доедаем, там немножечко еще борща осталось, и вот каша, и курочки чуть-чуть. Так что, в общем, это все доедим. Курица, кстати, очень вкусная. Первый раз я пробовала смешать майонез с кетчупом, и, получается, никаких специй не нужно, а только немножко присолила, потому что было, мне казалось, что недостаточно соли, то есть саму курицу посолила, а еще чеснок же добавила в кетчуп туда вот. Оказалось очень здорово. Такой вот еще цвет получился красненький. Я люблю, когда мясо вот такого вот с чем-то красным. Люблю красную подливу. Антоха тут отдыхает. Нам скоро до тети Ани, да? На день рождения. Ну, крестная же у тети Ани. Это Анька. Мне сколько? Лет 32. 32. Она станет потерялась. Но потом тебе 32. Угу. Хватит. Так, Афоня помогает поливать бутылочки, да? Поливать, чтобы он расправил в коробке. Все, мы сегодня все довязали. Петрушка у нас. Щавель даже сегодня вязали. Укропчик. Так, а мы все вместе собрались на день рождения сейчас. Откуда это? Тарелку мы с собой берем. На день рождения надо. Зачем? Ну что, поехали? Угу. Садимся? А куда рюкзак? Ну сюда рядом положи. Гриша уже на карате поехал. Так, мы заехали за роллами в Ассортихан, купили запеченный сет за 500 рублей. И, в общем, это вместо цветовой открытки. Подарим деньги куме и вот эти вот роллы. Так, вот она, наша Ассортихан, здесь на Садовой находится. Там еще не только роллы, всякие еще штуки вкусные тоже делают. На Садовой Сенька живет, на Садовой. Да? Все? А, Афоня, я тут. Не выбегай туда. Все, закрывай, котик. Иди к тебе гости, кума. Не хочешь одевать очки? Что-то, кумы, какие цветы красивые. Пахнут? Ты не нюхала? Как кто тебе, кум? Ну да. Обрадовался. С утра хоть? Меня больше сегодня никто не видел. Все только на телефоне. Сына, ты куда поедешь? Это тренажер заниматься. Пошли, до кума идем, да? Что там? Где кума? Где кум? Зови кума. Кума. Зови скорее. Не кума, а кум. Говорю, что тут кум всех соседей решил передушить? Привет. Держи, кум. А что ты овощи как-то по это? Просто колечками? Какие-то новые овощи. О, ванна. Тут чья-то ванна, да. А тут еще даже мясо, да? Осталось там, не влезло. Понял, уже не знает, чем заняться, да, сынок? Пойдем. Пошли до кума. Жарить шашлыки будем. Афоня уже не знает, что он хочет. Да вот сюда чем пошли. Заняться, да? Вот сюда ты пошли, там колет. Скажи, скажи мне. Зашла уже, да? Да. Ты хочешь цветы? Мам. Дай мне. Да-да. Что там у тебя? А ну посмотри на маму, что у тебя там на лице? Мяток. Ты пыльцу вымазался?
Да. Но цветок хоть пахнет, Афонь? Да. Дашь понюхать? Ничего, пахнет? Что-то не особо. Ты, наверное, да? Все вынюхал уже просто, да? Ну что, пошли теперь в комнату? Да. Пошли. Куда мы идем? Овалом. За Григорием. Да. Вот так, это неправильно. Все, пошли за Григорием в школу? Да. Тут у тебя не так близко школа, да? Да. Ей повезло, да? Гляньте, тут новые ступеньки плиткой сделали. Входные. Подожди меня! Афонь! Бежим за Гришкой. Сколько тут машин у нас, да? Вообще как будто движение как в Москве. Так, все, Григорий, как тренировка? Для Москвы-то еще мало. Да, как тренировка? Сынок, иди сюда, ой, Афоня. Жестко. Жестко тебе было? А что? Сейчас сделали это, как бы, ну, понимаешь? Нам сейчас на резинках не вот так, чтобы на этих, на ногах, а на коленях. Это, ой, жестко. Да? Да. Мне тебе нравится вообще? Да. Ну, на резинке, да. У нас толстая резинка. А где папа? Тоже там? Папа еще на работе. Он приедет? Не знаю, котик. Еще не звонил. Так, вот да. Мы уже покушали цезарь. Шашлык и овощи очень вкусные, перцы, баклажаны там где-то и помидоры вообще офигенные, запеченные. Шашлык из курицы и из баранины. Да, сынок? Да, котик? Да. Афоня, ты что тетю перебиваешь? Да. Там тетя, тихо. Позвони. Да. Все, да, мы сколько сейчас уже? 23-23, представляешь? А почему удивительно, что в светодиодиках есть мой любимый цвет синий? Да, светодиодики. Мне не нравится. Я говорю, грязь окна открывать, и смысл. Да, какой красивый, да? For all the times that you ain't my parade and all the clubs you get in using my name. Think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. Think I'm crying on my own, well, I ain't.